Всем привет! Сегодня начинаем утро с выгула собачки. Костя сказал, чтобы я все-таки повела ее на речку. Сказал, что со всеми там собаками она уже знакома, естественно. И что ничего страшного не произойдет. Ну вот мы сейчас на это и посмотрим. Как бы погавкать на нас могут сейчас, конечно. Мы сейчас пойдем, ну, не через гору просто, а в обход мимо мусорника, про который я вам говорила. Иди сюда. Я предпочитаю идти по дорожке прямо мимо мусорника. Тут относительно недавно построили комплекс частных домов, красивые дома. Крутой комплекс, но теперь здесь очень много мусора, который, по-моему, редко вывозят. Плюс его раздербанивают бомжи. И, конечно же, куда? Стая бездомных собак. Но, как вы видите, тут проблема не только в них. Тут еще и куча листьев, это его просто не вывозят. Если бы его вывозили хотя бы раз в неделю, вывозят только вот здесь. Ника, пошли, пошли. Вот это еще мода, блин, собачья. За ними следить надо. Все, все ж надо понюхать, блин, особенно возле мусорника. Фу, фу. Все, прошли мы. Страшный период, страшный участок. Пошли. Идем на реку. Сегодня холодно прям. Ника, пошли. Иди сюда. Сегодня 0 градусов сейчас. Холодина. Погода очень странная. Мы посмотрели на будущее погоду. Там типа вообще до плюс 15, но при этом, ну, днем. Но при этом ночью все равно минус 2. Вообще такого не помню даже. Что, довольная? Посмотрите на довольную собаку. Обломала в прошлый раз собачку. Теперь собачка довольна. Вода в реке самая вкусная, конечно же. Куда ты лезешь? Она еще искупается, не сомневайтесь в этом. Пошли, пошли, пошли по бережку. Ой, блин, я не знаю, как я тут вообще буду рассказывать, снимать. Похоже, на обратном пути лучше. Меня, наверное, вообще не слышно. Очень сильный ветер. Короче, отвернулись мы от ветра, и сейчас должно быть меня слышно. Я одела капюшон все-таки, потому что в ту сторону начало идти. У меня начали течь слезы с глаз. Просто капать начали слезы с глаз. И вдохнуть прям нельзя. Знаете, когда такой ветер дует в нос, что невозможно дышать, как задыхаешься. Вот такая вот, значит, красивая погода, но очень холодная. Вчера вечером Ким, наш николаевец, которого все уже знают по всему миру, сказал, что обстрелы ведутся где-то в центре Николаевской области. Ну и, короче, сказал, спите спокойно. И вот мы и спали спокойно. Но слышали, где без 10-12 где-то ночи. Я говорю, ну уже просто как по расписанию начинают. Где-то в это время какие-то прилеты были. А потом я просыпалась ночью пару раз. Ночью и ближе к рассвету. Были прям такие, ну, обстрелы где-то очень далеко. Так что город сегодня спал спокойно.
А где это было конкретно, я не знаю. Никто ничего не говорит, где это было конкретно. Поэтому по поводу новостей это пока все. Пока живем в прежнем русле, жизнь в городе восстанавливается. Люди устали жить в страхе, поэтому страх ушел пока на дальний уровень. На первый уровень все-таки вышло выживание и комфортабельность, насколько это возможно. Если поначалу, даже когда было менее, если по-адекватному судить, менее страшно поначалу было. Люди боялись выходить из квартир вообще, из домов на улицу. Ну, многие, не все, конечно. Мы вообще каждый день лазим за покупками. Вот, то сейчас город оживился. Ну, понятно, что те, у кого есть собаки, те выходят по 2-3 раза в день на улицу. По-любому. Это мы сейчас все еще обходим этот комплекс, который построен там с красивыми частными домами. Вот такая вот успокаивающая река. Кстати, говорят еще, что особенно женщинам нервным полезно ходить к реке. Река забирает негатив. Так что бывает, прям тянет к реке. Вообще даже не представляю, я говорила об этом и раньше много раз. Я даже не представляю, я не хочу никуда уезжать из своего любимого города. И хотя бы по той причине, что у нас полуостров. Город Николаев умывается двумя реками. Реками. И я не представляю себе жизнь без воды. Без воды вокруг. Сейчас где-то был... Вот, сейчас второй Ника уже услышала. И третий. Но это где-то тоже далеко, просто как ударная вода, волна донеслась. Никуль, все нормально, да? Да, все нормально. Все, друзья, дальше я поднимаюсь наверх, частные дома, чтобы не снимать. Вдруг там люди будут против, а они будут против попадания на камеру. Вот, так что прощаюсь с вами. Закончим красивыми видами. Сейчас приду домой и сразу выкладываю видео. Всем пока-пока, хорошего дня.